Итак, друзья, всем привет! В очередной раз добро пожаловать на RusGame Tactics. Мы с вами продолжаем проходить Destiny 2. В этих сегодняшних сериях я поиграю в кооперативе вместе с напарницей Галиной Кэнди. Всем приятного просмотра. Мы с вами приземляемся обратно на землю и выполним, ну, я думаю, что как минимум одно дополнительное задание. Так, ну что ж, я надеюсь, все будут на месте здесь. Так, да? Слышу приземление. Ну что ж, пойдем. Пойдем сейчас здесь. Нам требуется, на самом деле, взять очередное задание. Оно у нас будет дополнительным. Давайте здесь. Вот это задание, которое называется «Пора, пора домой». Да, мы с вами умеем кланяться. Так, а задание у нас начнется где-то здесь. И вообще, на самом деле, было бы неплохо, если бы мы с вами, ну, приобрели... Давайте приобретем уже, наконец, другое оружие, потому что с этим оружием мы с вами очень долго мучились. Конечно, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится, но мне кажется, это не в нашей ситуации, потому что, ну, реально, очень какое-то нехорошее оружие, неудобное для меня, во всяком случае. Так, здесь можно приобрести импульсная винтовка, 44 атака. Так. Скорострельность, в принципе, неплохая. Бюро находок. Здесь винтовка из мертвой зоны. Снайперская винтовка. Скорострельность. Дальность стрельбы, урон. Ну, вот здесь, конечно, урон побольше будет. Винтовка разведчика. Давайте вот эту. Бюро. Пускай будет находок. Итак, теперь, друзья, мы с вами сейчас эту винтовочку поставим. 37-44, да, нам потребуется атака 44. Здесь у нас какие варианты? 10-20, тогда это все с вами уничтожаем. Так, все ненужное. И вот эти вот предметы, я думаю, что тоже. Атака 22 здесь, атака 24. Атака 37. Выкидываю нафиг этот револьвер. Здесь атака 10. Опять же, ничего интересного здесь с вами не получим. Вот, смотрите, защита 37. Шикарно. Значит, эту повязку спасения мы с вами также можем уничтожить. Ладно, вперед тогда. Итак, я напомню, задание у нас начинается... Вот здесь мы с вами его отметили. Пойдем. Так, ну что, будем помогать, да? Ну вот, совершенно другое дело. Так, 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 бежит ко мне. Опа. Стойкий мародер. Нифига там меня прилетело. Почти все. Почти все сняли. Отлично. Ну, в принципе, даже вот здесь, убивая вот этих вот всех мобов, мы с вами потихонечку прокачиваемся. Так, вроде бы расчистили. Сейчас нужно взять патрончики. Давайте возьмем патроны. И можно отправляться. Задание называется «Пора домой». Порядок, Деврин. Что дальше? Помоги мне разнести весть. Мы передаем сигнал беженцам из города, чтобы сообщить им, что на ферме они будут в безопасности. Надо сделать так, чтобы его услышали все и всюду. Размести несколько усилителей сигнала по всей территории, чтобы его могли услышать все. Должно помочь. Итак, новая цель. Отправляемся вот сюда. Здесь у нас будет, наверное, первый источник сигнала, то есть маяк. Один узел начал работу. Отлично. Похоже, сигнал уже усилен. Быстро, однако. Так, подожди. К тебе идет еще одна группа падших. Не расслабляйся. Так, смотрим, куда нам нужно с вами двигаться. А, здесь, наверное, нам придется отбиться от падших, да? Нужно уничтожить фанатичных вандалов. Ну где же эти фанатичные? Вот он, фанатичный вандал. Еще один. Третий из четырех. И где-то еще, да. Есть! Смотри-ка, выпало чего-то с него. Они не оставят нас в покое. Надо проследить, чтобы сигнал не терялся. Советую побыстрее поставить второй узел. Так, ладненько. Ух, ты глянь.
Но может быть, с них тоже что-нибудь выпадет, потому что, посмотри, здесь у нас выпал какой-то шлем. Сейчас будет пауза, и мы с вами этот шлемчик поставим. Опять фанатичный... Да блин, как его? Давай попробуем ближний бой. Вот так. Так, конечно, намного проще. Так, пойдем искать открытое место. Забираем добычу. Ну, конечно, нам нужно бежать, нам нужно бежать, нам нужно бежать вперед. Так, с вами получили еще знак. Все. Здесь вроде бы все успокоилось, поэтому можем с вами посмотреть. 57 защита, ты глянь. То есть сила у нас уже 37. Когда-то здесь было так спокойно. Это первые падшие, которых я увидела после нападения Кабал. Как похоже на город. Вы пытались избавиться от дрэгов навсегда. Ради нашей же безопасности, да? Знаешь, есть такое место, из которого нельзя уйти. С высокими стенами и множеством охранников. Угадай, как оно называется. Сурая, несмотря на твои проблемы, мне не кажется, что город был для людей тюрьмой. Я просто к тому, что на ферме нет стен. Можно приходить и уходить, когда захочется. Давай сделаем так, чтобы сюда мог прийти любой. Хорошо, страж? Хорошо, хорошо. Ух ты, елки ты палки. Поможем. Ведут себя так, будто они здесь. Я думаю, что там какой-то предмет с него точно выпадет. Это у нас прислужник Верховного Эфира. Офигеть. Так, телепортировался. Продолжаем долбить. Причем там, смотрите, неуязвимость, потому что он какой-то... Ух! Ты посмотри, а что происходит? Ха-ха. Офигеть. Вообще молодцы, конечно. Так, давайте помогу здесь пострелять немножко. Неуязвимость. Полный же скач. Так, это ко мне. Очевидно было. Ну, кстати, хорошо то, что я сюда телепортировался. Так, а где наш глазик? А, вот он. Как стало вот реально сложно. Но я думаю, что, во-первых, это будет интереснее, потому что сложность возросла у нас. А во-вторых, мы с вами будем получать более крутой дроп. Так, давайте вот с этим вот так. Что-то я не вижу, где у нас... А, вот он, прислужник. Чё, серьезно? Мы покончили с этим. Да, мы с вами получили прямолинейный пистолет. Так, а здесь у нас... Забираем добычу. Ух! Дед... Хотел прочитать. Дед Моррис 2. Так, надо глянуть, где нам чего нужно установить. А вообще нам нужно бежать с вами туда. Так, ну надо посмотреть, может быть, вот здесь, в этих домах, что-то может найтись интересное. Ульту, на самом деле, я не стал использовать, потому что я подумал, что там была еще не самая жесть. Так, здесь глянем, глянем, глянем. Сейчас, на всякий случай, нужно проверить. Конечно, конечно, конечно. Здесь нужно все изучить. Так. Все, короче, со спокойной душой мы с вами сваливаем. Сваливаем дальше. Нам нужно бежать куда-то вон туда. И там у нас устанавливается очередной усилитель. Принимаю усиленный сигнал. И какие-то странные отзвуки. Падшие очень настырные. Держу пари, они понаставили тут глушилок. Вандал. Так, устранить помехи. Каким образом? А, вот здесь, посмотри, где-то здесь у нас очередная помеха. И вот это вот нужно уничтожить. Так,
первое устройство уничтожено. Ну, скорее всего, где-то здесь. Либо бежать вообще прям совсем дальше. В принципе, пистоль неплох. Смотрите, по 50. А если в голову попасть, то там, получается, и того больше. Так, а получится ли у меня забраться вот на самый верх? Потому что чую, ребята, там тоже может быть что-нибудь интересное. Ну, даже если нет, то бог с ним. Да, ну, нас сюда как раз телепортировало в свое время. Вот там у нас находится очередная нычка. И ты получай. Да, вот хедшотиком прям совсем круто получается. Так, забраться бы. Есть, у меня чистый сигнал. Помех нет. Здесь тоже отличный прием. Блестящая работа. Я рада, что страж для разнообразия помогает обычным людям. Но есть еще один момент. Я правильно передала координаты? Да, через туннель на другом берегу реки. Я там кое-что оставила. Ладно, не будем тратить слишком много времени, потому что нужно просто двигаться вперед. Нужно идти по координатам. И кажется мне сейчас, нам тут дадут прикурить в этих всяких тоннелях. Поттерн, мы почти у цели. Хорошо. Там остались припасы, брошенные мной довольно давно. Припасы для фермы? Для города. Но когда на вас напали, я бросила все и полетела на помощь через океан. Но городу это уже не нужно. А на ферме очень даже пригодится. Так, ну давай посмотрим. Лагерь Пилигрима. Я вижу уже, да, нас, во-первых, заметили. 100%. Здесь падшие. Ладно, забудь о припасах. Разберись с падшими, а потом подумаем, что делать дальше. Слушайте, получается, это весьма кстати, то, что мы с вами приобрели вот такую более подходящую винтовку. Потому что здесь, да, действительно, было бы сложно с тем оружием, которое у нас было. Так, кто-то закидывает грену сюда. Я, кстати, тоже могу покидать грену, но... урон нанес. Ах ты, дрэк. Давайте, не разбегайтесь. Не смейте разбегаться. Район чист. Это ненадолго. Падшие не любят, когда их лишают хорошей добычи. Скоро их тут будет очень много. Тогда окажите последнюю услугу. Поставьте еще один узел, а потом уходите оттуда. А вот теперь нам нужно уничтожить падших. Ну что это? Это такая подмога у них. Вы что, серьезно? Как-то слабенько получается. Ух ты, какой-то предметик у нас. Так, это у нас... отлично, предмет нашего костюма. Так, здесь поглядим. Ну давайте, подбегайте, 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 подбегайте. Эх, жаль. Так хотелось взорвать бочку. Конечно, в первую очередь вот с этими жестянками. Недурно. Сейчас у нас будет опять подкрепление. Давайте спускайтесь. Опа. Капитан. Капитана практически уничтожили. Мы с вами уничтожили 52% подкреплений. Сапоги претендента. Вот я уверен, то, что мне не кажется. Когда играешь с кем-то в команде, то получается сразу, что... блин, нифига не бегают. А получается и дроп сразу какой-то появляется неплохой. И чаще он у нас падает. Да блин, да успокойся. На.
Жестянки пошли. Ну, еще бы, конечно, было неплохо, если бы здесь нам снова подкинули патрончиков. Жестяночка. Даже ульту еще не расчехляли. Ну, что у нас там? И вот. Если ты их рассердила, значит, ты действуешь правильно. Не ослаблять натиск. Давайте, ульта. Получилось. С ними покончено. Вы, стражи, действительно другие. Кажется, я начала об этом забывать. И теперь мы знаем, что в ЕМЗ есть полезные ресурсы. Когда мы вернем город, они нам очень пригодятся. Конечно. Сурая хочет сказать спасибо. Вы двое возвращайтесь, как сможете. Здесь еще есть чем заняться. Так, ну мы с вами, скорее всего, отправимся на Титан, потому что у нас появились задания на Титане. Так, давайте переходим к нашим... Ну да, отправляемся тогда, возвращаемся на орбиту. Так, давайте смотреть. Мы с вами сейчас отправляемся по заданию нашей сюжетной кампании. Давайте вперед, запускаем. Паттерн и так думает, что Завала бросил ее и других выживших. Если мы тоже уйдем, останься мы здесь, мы бы смогли им помочь. Но если Завала и вправду готовит контрнаступление на Титане, мы сможем спасти их всех и отбить город. Флот авангарда. Это борт 723. Мы на подходе. Мы получили ваш сигнал и готовы присоединиться. Страж, говорит Завала. Слишком поздно. Улей заполонил Титан. Безопасно приземлиться не получится. Зря я вас сюда привел. Так, ну что ж, новая миссия, надежда. В первую очередь, давайте потратим наши очки. Так, здесь у нас лучевая граната, плазменная граната, солнечная граната. Давайте целебный раскол пусть будет, потому что я думаю, что здесь у нас уже будет все немножко посложнее. Ускоренный полет, разумеется. Так, здесь требуется 6-й уровень, но я думаю, то, что мы с вами до него сможем, ну, достаточно быстро добраться. Лучевая граната, как думаете? Ну, давайте попробуем, почему нет? Хотя, знаете, с другой стороны, не хотелось бы прям тратить все очки, которые у нас с вами есть. Посмотрим по амуниции. 57-57. Ну, ради интереса давайте вот этот поставим, почему нет? Здесь 54. Офигеть, у нас уже сила 40. Это прикольно. 42. Так, и по оружию. Так, делаем вот таким образом. Прямолинейный, 54. Хотя, подожди, может быть, нам и пригодится. Так, ну что ж, можно, я думаю, начинать. Прыжки мы с вами прокачали. Команда, мы хотим помочь. Нет, Улей лишил жизни слишком многих стражей. Нам не захватить этот спутник. Мы вернули свой свет. Что? Не может быть. Командор, позволите?
Страж, говорит заместитель командора Слоун. У нас есть план контрнаступления, но нужно привести этот объект в рабочее состояние. Нужно подготовить флот, вооружить стражей и расшифровать засекреченные сигналы Красного Легиона. Нам необходим доступ к центру управления. В этом ты нам и поможешь. Если Свет и правда с тобой, отправь Юлию обратно в ад. И, Страж, пожалуйста, будь осторожна. Постараюсь. Так, полетели. Здесь главное не упасть, ребят. Вот чего не хотелось бы, это точно того, чтобы здесь где-то приземлиться куда-нибудь в море. Так, проходим, смотрим. Забираемся тогда еще выше. Ну, заберись. Что это за место? Города титанов Золотого века были гордостью человечества. Мы думали, что они пустуют. Но я недооценил то, как далеко может расползтись улей. Да, прям платформы здесь потрепало, мягко говоря. Ну чё, нам сюда. Странно, что еще прям как-то нам не попадаются противники. Так, стоп, что это у нас такое? У меня дурное предчувствие. У меня тоже. Это что-то шевелится. Хотя не, подожди, нормально все. Возрождение ограничено. Так, подожди-ка. Ёлки-палки. Подбегай, налетай. А чё, неплохо. Так, ладно. Теперь вот сюда. Здесь нас кто-нибудь ждет или нет? Я спрашиваю, да, ждут. Ну чё, вроде неплохо управляемся. Так, движемся дальше. Да, судя по всему, нам вот сюда. Блин, а чё их так много, ребят? Очень круто получается, когда они выстраиваются, ну, получается, фактически в такую линию. И мы можем спокойно с ними работать. До зарядки ульты нам осталось, ну, совсем немного. Придется потерпеть. Так, дальше куда? Тонущий док. Сюда, что ли? Да, скорее всего, вот сюда наверх. Слоун, мы видим центр управления. Принято. Продолжайте движение. Командир, при таком темпе мы скоро сможем начать контрнаступление. Момент, и мы у городских ворот. Если бы это было так просто. Так, странно, почему мне показывало воскресить? Мне кажется, здесь было бы проще, если упал, то просто автоматически воскрешаешься. А, здесь у нас ограничено воскрешение было. Вот чего я вспомнил. Так, ну пошли уже такие с автоматами. Немножко посложнее. Да неплохо, неплохо. Так, ближний бой. Не получилось нифига. Так, есть ульта, но смысла ее использовать, наверное, нет. Укус паука. Ты посмотри, укус паука — это что-то интересное. Плюс это у нас энергетическое оружие. Сейчас, подожди. Нужно сразу посмотреть, где у нас укус паука. Вот здесь. Атака 52. Конечно, мы тогда с радостью меняем наш револьвер. Это что, глушак, что ли? Слушайте, ну похоже, в принципе. Так, здесь. Здесь мы с вами приземляемся вот сюда, ниже. На платформу.
Ой, как много, ой, как много. Отлично. Опять рукавички у нас. И вот еще. Классно, 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 классно. Но у меня тоже ульта есть, поэтому, может быть, стоило пораньше ее использовать. Так. Ну что, давайте попробуем тогда. Бодренько прошли. Однако ж. Еще плюс и посоздавал сферы света. Бэй 3. А что мы здесь с вами имеем? Рабы. Это был рыцарь. И все, мы с ним закончили. Служители пошли. Че, опять что ли? Еще один? Че, правда что ли? Да, рыцарь у нас. Давай попробуем помощнее что-нибудь взять. Офигительно. Да, вот в этот раз я могу сказать то, что с оружием нам очень даже повезло, потому что оружие у нас очень хорошее. Кажется, Улей совершал что-то вроде ритуала. Нужно поговорить с Икорой. Она знает все о магии Улья. Никто не видел Икору и Кейда с тех пор, как мы потеряли город. Так, ну что ж, движемся. Ух ты, ё-моё. Гранатомет. А здесь еще один, что ли? Центр управления. Расчистите территорию, чтобы мы смогли там расположиться. Так, рабы пошли. Ну, рабы, как видим, тупые. То есть они прям в этот поток света бегут. А вот здесь у нас поопаснее, конечно. Рыцарь, рыцарь мой. Блин, он смог восстановиться, ребята. Ну, давай, 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 давай. Так, все, здесь у нас закончилось. Ну что, тогда подбежим. Прям в наглую долбанем. Мы на месте, Слоун. Отлично. Осмотрите периметр, прежде чем идти в центр управления. Получай. Так, это, кстати, были патрончики у нас. О, да. Так, давай, 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 вали их. Он сейчас в каком-то месте для размножения, Улья. Уничтожьте все. Так, теперь я пошел. Что там наверху? Опять служители.
78% с вами раздолбали. Блин, а. Гнездо зачищено. Идем в центр управления. Отлично. Осмотрите периметр, и мы полетим к вам. На-ка. Слушайте, ну прикольно. И причем можно сказать то, что вдвоем, конечно, намного веселее. Так, опять кто-то там хрипит. Так, ну-ка, ну-ка. Да блин. Давай, вали, 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 рыцаря. Прикольно. Есть, мы разобрались. Так, один стал убегать. Они нас теперь боятся. Так, здесь что у нас? Так, нам еще нужно восстановить ульту, между прочим. Ой, ой, ой. Что-то там много всего. Не, пушку, конечно, мы с вами хорошую приобрели. Поэтому ни капли не жалею, потому что с тем бы автоматом, с той винтовкой мы с вами мучились бы. Нифига себе. Да, он может и так делать. А вот мы с ним также в рукопашечку. Так, ну что, поднимаемся и... Ой, как много. Ой, как много вас. Ну что, сейчас будет пауза, нужно будет посмотреть, что мы там с вами понаходили. Это, конечно, всегда волнующий момент. Так, нам нужно двигаться куда-то вот сюда. А может быть, даже вот сюда, повыше. Подожди. Да блин! Что, серьезно? Так, да, нам сюда. Упс. Так, назад. Отлично, сейчас издалека его и забомбим. Все, у меня закончилось. Ладно, тогда расщехляем оружие потяжелее. Да ёлы-палы. О, есть у нас. Есть супер... Супер заряд. Блин, еще один. Ёлки-палки! Ах ты, ё-моё! Вот это да! Так, все получилось, спасибо! Спасибо, напарница! Так, ладно. Поднимаемся. Вот нам сюда. Ну что, здесь нас уже как раз таки и ждут. Принц! Там какой-то принц. Есть. Командир, миссия выполнена. Принято. Мы с завалы летим к вам.
Ну что, готовы? Так, сначала давай посмотрим. У нас тут куча новых предметов. Ну, не слишком большая разница по уровню, но все равно неплохо. Так, 56. Здесь 57, 57. У нас так и было, в принципе. Так, посмотрим. 54 атака. 51. Винтовка разведчика. Нет, пусть пока у нас будет импульсная винтовка. Ладно, проходим. Заходим. Нужно найти завалу. Выходи получать свои аплодисменты. Ну, и куда? Так, а дальше что? Куда нам дальше? Видимо, вот сюда. Я даже не смел верить. Но если свет мог вернуться к тебе, может, он вернется и к нам. С каждым днем нас будет все меньше. Мы не можем себя защитить. Что говорить о выживших? Без света можем ли мы звать себя стражами? Командор! Без энергии мы не продержимся. Нас снабжают волновые генераторы. Только Ули их изрядно потрепал. Мы этим займемся. Да, в этом я не сомневаюсь.